Юрия Пупкин, Юго-Восток. Показали, что каждый день, каждый час что-то может измениться. Действительно, науськанные американцами, киевская хунта начинает противодействовать, хоть как шавка из-под забора начинает противодействовать России, понимая, что бессмысленно здесь победить народ, который поддерживает Россию, народ Донбасса я имею в виду. Они натравили с этого зловонного козьего болота, которое назвали Майданом, натравили этих шавок, натравили на российское посольство. Вы видели по телевидению, как от безнаказанности эта толпа зверела. Сначала просто кричали, затем пытались бросать за забор что-то, затем начали сжигать автомобили и сорвали российский флаг. Дело в том, что эта безнаказанность еще раз показала, что киевская хунта совместно с американцами будет делать все возможное для того, чтобы довести народ Украины к войне с Россией. Мы понимаем, что мы этого никогда не допустим. Действительно, мы один народ. Украинцы и русские всегда были вместе и будут вместе. Нас постоянно провоцируют и пытаются объявить, что сегодня обратно у российского консульства нацисты что-то будут устраивать аналогичное в Киеве. Вы знаете, с февраля месяца я слышу постоянно эти провокации. Нас просто запугивают, но ни разу я не видел, чтобы они пришли сюда или у консульства что-то сделали. Вот эти харьковские шапки, которые собираются у памятника Шевченко, они только способны покричать и поговорить, но реально не сделают. Да могут сделать только завезенные люди с других регионов. Как они это сделали 22 февраля, когда пришли к этому памятнику и пытались сорвать его. Завезли их около 1000 боевиков. Сегодня их нет. Они воюют на нашей земле. Их там убивают и будут убивать, потому что они пришли на нашу землю. Мы их не звали, и мы не собираемся идти в Галицию. Поэтому возмездие к ним идет. Но сегодня мы должны спокойно, мирно подойти к консульству и показать, что мы вместе с Россией. Мы подготовили георгиевские ленты. Мы хотим, чтобы вместе мы по этой улице Альминского и в районе консульства повесили их. И чтобы все видели, что мы вместе с Россией. Что тот шабаш, который происходит в Киеве, это не наше. Харьков был и будет русским городом, русским по духу городом, который всегда будет вместе с Россией. Поэтому, дорогие друзья, мы приглашаем вас в 5:17 пройти по улице Иванова и еще раз показать наше отношение к России и к их официальным органам.